выставка, она имеет очень длинную такую историю. Она еще началась 1300 лет назад. Сейчас они уже адаптировались под более современную. Все думают, что китайские фонари — это фонарики, которые запускают небо, они там горят. А это немножко совсем другое. Это уже более адаптированные, современные такие китайские фонарики. Сама выставка нас заинтересовала, потому что такого еще не было у нас в стране. Мы постоянно ищем какие-то новые выставки для Печерского ландшафтного парка на Певческое поле. И мы вот нашли такую выставку. Это в преддверии Нового года, китайского. Оно все на одно наложилось. И открытие выставки 14 февраля, как День влюбленных, и много-много чего. На самом деле здесь очень круто. Вот, очень много разных интересных экспозиций. Дракон, которого голова шевелится, еще дымом пускает. Это достаточно необычно. Очень много разных экспозиций. Они очень интересные, светятся. Вечером это тоже очень красиво. Люблю тебя. А для меня это был неожиданный сюрприз. Это моего... Это все получилось спонтанно, неожиданно, очень интересно. Мне очень понравилось. Мені здається, що цей туман навіть додає певної ізюминки до цього фентезі. І взагалі молодці, що гарно постаралися. З нагоди вітаю всіх святом любові. Любові вам всім. Нам дуже подобається. А давайте ми ще вас запитаємо. Цигунские фонари – это очень известное народное искусство в Китае. Все мастера из моего родного города. Эти мастера – это мои земляки. Я очень рад, что наши земляки сюда приехали и показать наше известное народное искусство украинцам. Я думаю, что это фестиваль сближает народов наших стран. Thank you.